Ну, как вам бой? Нет, сам бой, вот мы сейчас достаточно большой компании, самых авторитетных людей российских, так, пересматриваем. Вот, и все-таки видно, что Геннадий свою работу сделал отлично, а Абель Санчес сделал ее так, что его, скорее всего, даже это не двойка. То есть не было приготовлено ничего, не было извлечено никаких уроков из первого боя. Есть только личное мужество самого Геннадия и попытки закончить бой каким-нибудь одним таким мощнейшим ударом в голову. Ну, поскольку вот мы все смотрели телевизор по американскому телевидению, я там помню формулировки «мне нравится, что ты делаешь», там «левый и правый», вот, что вы еще какие-то для себя особенности указаний Санчеса отметили? Я отметил, что нет никаких указаний. Это фактически, я думаю, одна из таких не самых лучших страниц, и у меня те же самые мысли, которые были во время боя Мурата Гасио. То есть Санчес, он стал брендом, набрал большую группу боксеров, с которых получает деньги, а здесь вот он фактически не сделал ничего для того, чтобы что-то изменить или принести какие-то заготовки. А мексиканский боксер стал лучше по сравнению с первым боем? Да. Лучше. Конечно, подготовился, он все время находился на очень неудобной для Головкина дистанции и имел возможность начинать свои технико-тактические действия. Ну и практически не уставал. Вот вы видели когда-нибудь Геннадия Головкина, который бы вот действовал вторым номером? Для меня, честно говоря, это стало шоковым неким состоянием. А его заставил так действовать Альварес. Да. Он все время оказывался на такой дистанции, что у Головкина не было возможности начать свои действия. Если в первом бою ничья была скандалом, сейчас ничья или победа Альвареса – это допустимые результаты? Настолько много сделал Геннадий Головкин в ринге и стал одним из культурных символов моего любимого Казахстана. И здесь уже говорить, я думаю, что нужно думать о том, чем Геннадию Головкину заняться дальше. Конечно, вопрос о продолжении карьеры – это его личный. А так, безусловно, человек, который сумел обратить внимание на новый Казахстан, показать и стать его фактически лицом, должен уже, я думаю, заниматься чем-то другим. Третий бой вам не хотелось видеть? А я думаю, что здесь будут проблемы с руководством HBO, которое вряд ли захочет видеть, уже если хотите, однообразие. То есть должно произойти что-то такое, чтобы их это заставило сделать. Ну а сам разве... Третьего боя не будет. Ну а сам поединок, вот по тому, как он каким он получился ярким, он разве не претендует на статус боя года? Нет, конечно. Нет? Нет.